что ж, друзья мои, а вот и Карлсон, да, тот самый Карлсон, которого там я вот кому-то показывала, кому-то не показывала, в полуготовом состоянии, вот теперь он совершенно готов. Карлсончик, дорогой, вернулся. Да, вернулся вот такой вот пузатенький совершенно персонаж, да, именно он. Ручки. И он даже может летать, потому что у него есть пропеллер. Да, вот такая вот марионеточка. Высота у него ориентировочно где-то около 45 сантиметров. Да, около 45 сантиметров. Он абсолютно легко управляется. Сейчас вот я вам прям продемонстрирую, как он управляется. Да, вот обратите внимание. Управлять им может даже ребенок. Да, вот дети уже с 4 лет марионетками уже совершенно свободно могут управлять. Угу, сел. Дин-дин-дин-дин-дин. Малыш, а нет ли у тебя баночки варенья, а? Да, именно так, да, вот такой вот Карлсончик ходит, как настоящий, как живой, ножками передвигает. Угу. Обратите внимание, видите, как он шевелит ножками, совершенно свободно. Пошел, пошел, ну если надо, то и полетит, ха, да.